Министерство образования Республики подписало соглашение с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России». Она уже четвертая по счету. Ранее были подписаны соглашения с СВФУ имени Амосова, медицинским колледжем и национальной вещательной компанией «Саха». С Министерством образования «Матери России» будут работать по четырем направлениям. Это внедрение в образовательную программу курсов «Азбука жизни», родительский всеобуч, развитие работы общественных формирований, а также подготовка законопроекта. Предметом соглашения является то, что мы должны продвинуть совместно законопроект, который называется «Об ответственности родителей за содержание, воспитание, обучение, здоровье, защиту прав и законных интересов ребенка». Этот законопроект был разработан по нашей инициативе, по инициативе Якутского регионального отделения общественного движения «Матери России» и разработан Государственным комитетом юстиции Республики Саха-Якутия. И этот законопроект в данное время обсуждается на всех площадках, на многих площадках. И последнее его обсуждение прошло в Общественной палате Республики Саха-Якутия.